Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем строить наш дом с нашего 5-го сезона с модом Пиксельмон, так как многие люди меня просили его построить, так как он им показался очень-очень каким-то крутым. И поэтому сейчас мы продолжаем строить наш дом. В первой части мы построили внешность нашего дома, то есть фундамент, крышу, стены, застеклили наш дом, и все мы вот это сделали. То есть снаружи он уже смотрится как полноценный дом. Но сейчас нам нужно это все изменять внутри. И первым, что мы сделаем, это поставим двери. Вот так. Хотя вроде они лучше вот так смотрятся, если, например, ну как-то вот так. Ага, дальше. Сейчас. Давайте сделаем, в принципе, так же, как. А хотя нет, не сделаем, потому что тут у нас не та версия мода. А нужно бы ту. Ладно, для вас это покажется пару секунд, но я сейчас, наверное, полчаса буду сидеть и менять версию мода, переходить на нее, чтобы добавить те все моды. Ну ладно, сейчас подождем. Ну что, вот я перешел на другую версию. Это у нас старая версия была на вот этой карте с постройками. Но вроде все я добавил. Да, вот появились новые моды. Конечно, их вроде не все добавил. А нет, вроде все. Библиокрафт есть. Главное, чтобы лампы были. Ага, я еще один самый главный мод забыл добавить. Да твою ж. Ладно, сейчас. Ну что, вроде я установил мод. Давайте проверим. Если он тут. Да, вроде есть. Так, первым же делом, ребята, мы делаем все так же, как у нас было, как у нас, точнее, есть в нашем сезоне, да, то есть модом Пиксельмон. Сразу же делаем то, что у нас там есть. Так, сначала тут у нас диванчик. Тут у нас... Нет, тут у нас не такие стулья, а тут у нас. Еще вот это возьмем. Тут у нас вот это. Давайте поставим сюда. И в библиокрафте вроде у нас тут, или где они находятся, они вроде у нас вот тут находятся, да? Тут куча вот этих столов всяких. Хотя нет, они не вот тут находятся. Тут у нас тумбочки и вот это все. Гамак, в принципе, тоже нужно взять, поставить. А, если бы я помнил, ну вроде они тут должны быть. Вот в этом. Вот они. Так, спрус. Вот, спрус. Это тогда вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Вот так. Тут водичку нужно. Давайте вот это заменим. Тут я не знаю, что ли. Вот так. Или вот так. А тут убрать. То есть возле окошка посидеть. Вот так. Водичка. Вот так. Сейчас гамак, так же как у нас в сезоне. Вот так. И вот так. Ух, класс. С этой стороны я не знаю. В принципе, можно даже и вот так сделать как-то, чтобы сразу заходить и вот тут поплавать. Тогда. Это можно сюда. Это можно тоже... Нет, над гамаком вот нет. Ну, давайте тогда вот так, да? Слушайте, а дайте-ка я что-то посмотрю. Ну, я попробовал, но пол дома сгорело. Ну, ладно, сейчас перестроим нахрен. Так, ладно. Хотел я что-то сделать, но, короче, сжег, спалил, короче, пол дома. Сейчас я все это перестраивал, ну да ладно. Так, куда бы нам вот эти запихнуть лампы? Лампы давайте, может, вот так как-то поставить. Хотя нет, на входе лампа не очень смотрится. Тогда уже можно убрать. Ну вот тут так у нас получилось. Может, с этой стороны, в принципе, тоже. Хотя, знаете что? А если у нас какие-то... Не знаю, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. О, давайте свечку поставим. И давайте поставим... Давайте поставим еду, знаете, то есть... вот. Milk and cookies как раз подойдет. Вот, например, смотрите. При свечах, то есть, знаете, ох, какая-то пара тут пришла такая, лежит, да, тут печеньки с молоком кушает, допустим, вот так, да, и вот тут лежит в нашем джакузи, можно и так сказать. А вот это что такое, мне просто интересно.
О, это... А что это за хрень? Ну, типа полотенце, что ли? Ну, хотя какое нахрен полотенце? PayPal... PayPal... Не знаю, что это. И зачем это? Но... Опа, это может... Смотрите. На втором этаже... Хотя на втором этаже, как я планировал у нас там сделать, допустим... Ой. Допустим, вот так. И вот так, да? А вот тут стол. Вот такой стол. А это, в принципе, можно, я не знаю, как-то тут, что ли, поставить. Хотя нет, не тут, а, допустим, нет, не вот тут, а с этой стороны, да? Хоть у нас тут и склад, но все же. Вот так, допустим, смотреть в окно, да? Вот так, отлично. Тут у нас в смысле, спальня. А что тут сзади поставить? Я вообще, если честно, ну не в курсе, что там можно поставить. Это 100% нужно взять. Больше я не знаю, что у нас тут есть еще классного. Скамейки, но это все можно на улице поставить. Зеркало, я не знаю, нужно ли ставить или нет. Игрушки всякие есть. Стол, лампы, кровать. Вот давайте кровать какую-то возьмем. Давайте простенькую, вот такую, допустим. Да, и поставим ее где-то. Ну, где-то вот тут, что ли. Вот так, да. А тут... Тут у нас уже... Ой. Тут у нас уже... Да чё ты... Вот так. Тут у нас уже склад будет, да? Вот так мы сделаем. В этой серии, ребята, мы будем заниматься интерьером, я это сразу сказал. Может, лампу тут поставить? Допустим, вот тут сзади, да? Во, в принципе, нормально. А смотрите, что это за прозрачное. Это может стол так... Ну, в принципе, это за шейдеров, наверное, ну да ладно. Дальше. Что сюда еще можно запихнуть? Что сюда еще можно запихнуть? Может, как-то вот так? Тут у нас будет видно? О, тут у нас не будет видно, если что. Вот так, может, еще? Как-то. Ага, сейчас, если мы это сделали, тут у нас классно посидеть можно. Тогда, так же, как мы делали это в нашем сезоне, тумбочку, это... Там еще и туалеты есть, вот это все, это, в принципе, тоже можно использовать, но это все долго делать, то есть тут реально много всяких вещей. Например, вот это даже можно взять. О, вот это можно взять. Ага, и смотрите, сейчас, ну, допустим, я не знаю, тут можно тумбочку одну поставить, да? Или, например, ой, вот так, как-то, или вот, ой, почему оно выпадает, а не разрушается? Вот это немного хреново, вот так, а вот тут, вот так, и вот так, угу. Тут можно бутылочку поставить. То есть вот она стоит так красиво. Тут знаете, что можно сзади поставить? Или картинку какую-то, допустим, если она нормально так приживется вот там. Во, как-то. Как-то вот так, да? Ну, в принципе, да, красиво. Во, какая у нас уже спальня получается. А вот тут, знаете, по сторонам можно вот это по... Ой, это... Да нет. Как это убирается, вот. Вот так. И опять это нужно искать, потому что я случайно разрушил. В смысле, вот это. И поставить вот так. То есть солнце, ночь, то есть возле нашей кроватки. Кроватьки поспать, да? Может тогда еще, знаете что, возьмем красное вот это. Коврик. И как-то вот так, да? Во. Отлично. Сюда я еще тоже хотел... О, знаете что? Сюда мы с библиокрафта что-то позапихаем. Сюда мы, допустим, давайте вот это возьмем, посмотрим. Это возьмем, посмотрим. Это возьмем. И вот это возьмем. О, и вот это возьмем. Спрус. Это спрус лучше возьмем. А вот это я не знаю, что такое. И вот это спрус. Это просто нужно посмотреть, что это такое. И вот это спрус возьмем. Так, это что? Ну, в принципе... Это понятно, да, это на книжке. А книжки где у нас находятся, если честно, даже... Вот книжки. Книжки давайте вот так.
Ой, это нужно тогда много взять, но много не стань. Вот так, тогда по одному нужно как-то ставить. Вот так. Так. Так, допустим, да? А сюда что можно ставить? Опа, ребята, это еще прикольнее. Смотрите, как книжки можно ставить. Класс, это мне нравится. Тогда может сюда тоже вот так поставить? Это, мне кажется, уже много будет. Да. А знаете тогда, что мы сюда поставим? Спрус. Нет, тогда уже лучше вот. А, нет, вот так. Это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда. А что тут посередине будет? И что это вообще такое? Что это вообще такое, я не знаю, если честно. Опа. Вот так. Ага, и тут еще можно что-то. О, тогда вместо этого... Хотя нет, это нужно запомнить. Это сейчас поставлю куда-то. А сюда я не знаю тогда, что можно поставить. Тоже, в принципе, вот это можно поставить, да? А сюда... Что мы внутрь можем поскладывать? Допустим, вот это возьмем. И, допустим... Ой, нет, это нужно сохранить. Давайте вот это возьмем, да? Твою ж! Вот так. Ага, сейчас. А как это открывать? Это можно вообще открывать? Ага, нужно на shift ставить. Ух ты. Нет, ща. А как... Да не хочу я забирать. Ага. Ага. Вот, ребят, вот это реально классная штука. Офигеть. Сюда тоже, в принципе, можно книжки поскладывать. Так, сейчас. Горшочки. Горшочки, горшочки. Вот так. И, в принципе, это еще знаете, куда можно? Сюда не... Нет, нельзя. А, это возьмем, это возьмем. Это возьмем, допустим, и вот это возьмем, да? Это поставим, это поставим. Ай. Это поставим. И вот это поставим. Допустим, вот так. Ну вот, такая у нас, ребята, спальня, что ли, получилась. В принципе, как вы мне крутая, смотрите, офигеть. Мне нравится. Я не знаю, как вам, но мне действительно нравится. Так, тогда еще давайте спустимся. Вот так. Ху! Вроде круто, вроде круто. Сейчас, тут, в принципе, я не знаю, может так поставить, чтобы освещало. В принципе, да, нормально. Дальше. Дальше тут тоже давайте поставим. Тут где-то поставим, чтобы освещало. Хотя нет, можно потом будет убрать, ну пускай пока что будет. Кухня. Нужно заняться кухней. Но это долго. Так. Так. Вот. Дальше. Что у нас есть в кухне? Ну давайте сначала обычную банальщину. Вот это. Еще что мы можем поставить? Сундуки, вот это я не знаю, печки. В смысле, печки нам нужны, сундуки, думаю, что нет. Давайте, допустим, печки. Вот, нет, печки давайте. Печки, 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 печки. Давайте вот сюда. Это вот сюда. Тут у нас вот так. А посередине, ребята, это нужно сейчас будет придумывать, что сюда можно поскладывать. Так. Тут много всего, настолько много, что с ума сойти. И вот это все нужно выложить, ну, в смысле, использовать. А как это все использовать? Допустим, давайте вот это возьмем, да? Допустим, вот это возьмем, допустим, вот это возьмем. Тут много всего. Вот. Только, наверное, кран лучше было бы взять. Если он у нас кран там где-то. Вот он, да? Вот так, допустим. Хотя нет, лучше вот так, допустим. Ух, нет, это как-то не очень смотрится. А где есть нормальный кран? Даже водичка течет. Вот так, класс. Что у нас там еще есть, что мы можем поставить на кухню? Тумбочки давайте поставим, пускай они будут. Еду, то есть мы что-то там готовим, да? Вот так давайте. Соп. Вот так давайте. То есть мы что-то там готовим, можно и так сказать, да? Допустим, нарез... Ух, ни хрена себе. Ни хрена себе. Так.
Нет, не тут давайте, а где-то, я не знаю. Ну, я не знаю, куда бы это поставить. Это что? Это мы тоже нарезаем. Тогда. Это мы берем сюда. Вот так и вот так, да? А сюда мы ставим, ну, я не знаю, что бы можно. Давайте освещение какое-то. Вот так, что ли? Вот так, да. Ух, какая кухня. А сюда я не знаю, если честно, я даже не знаю, что сюда можно поставить. То есть мы уже поставили много чего, а больше я и не знаю. Игрушки, ну игрушки нам тут, в принципе, вообще не нужны. Давайте еще салатик возьмем. На больше и нечего, если честно. Поэтому давайте еще. Ой. Еще вот тут поставим. И вот тут поставим. Салатик, то есть тут нарезается вот так. В принципе, вот тут я не знаю, тут может что-то другое сделать. Потому что это уже и много получится. Допустим, то точно так же, как с той стороны. Вот так, чтобы тоже симметрично было. А тут, я не знаю. Ну, в принципе, да, пускай вот так будет. Мне кажется, классно получилось. А тут, знаете, что еще можно поставить? Тут, допустим. Такой переход. Вот. Переход. А в середине... Вот это... Ой, нет, не вот. Хотя вот это тоже можно. А это... Руки ведь вытерять. Вытерять. Да. А бред, ну это тоже не нужно. Кварц. И давайте возьмем какой-то, ну я не знаю, синенький. Есть ли у нас что-то синенькое? Ну хотя давайте, нет, давайте вот это, давайте вот это. Подойдет, не подойдет. Вот так, вот так, вот так. Так, кухня. Ну, пускай будет так. Мне, в принципе, кажется, что нормально. Дальше. Кухня у нас, ребята, готовая. Так, еще можно, знаете что? Еще можно вот это тут. Тут и тут. Вот так, ребята. Кухня готова. Тут я не знаю, ну, картины вряд ли тут нужны. Тогда еще, знаете, если картины там не нужны, то тогда можно повесить, допустим, ну, вот это. Да. И вот тут вот это. Вообще какой-то самый лучший дом в мире получается. Не, ну не говорю, что самый лучший, но в принципе он очень такой, как по мне, красивый получается. С этими модами это вообще прям класс. Так, сейчас похаваем немного. Это что, свинка запеченная, да? Салат, тоже салат какой-то. Ладно, дальше. Тут, я не знаю, в принципе, тут тоже можно... Ай, как-то... Вот так, что ли, сделать. И с этой, хотя с этой стороны нет, не нужно. Так, а тут что? Тут, в принципе, наверное, тоже можно сделать. Посидеть тогда. Ага. Тогда тут посередине. Ну, пускай будет вот так посидеть. Дальше. Вот что я еще хотел. А, вот что я еще хотел вот так сделать, чтобы было нормально. Вот так. В принципе, в сезоне у нас тоже вот так сделано, поэтому и тут мы так сделаем. И вот так, замечательно. Дальше. Дальше я даже не знаю, что нам сделать. Что нам вообще вот тут сделать, я не представляю, если честно. То есть тут уже у нас уже... Можно сказать, все сделано. Но что-то, чего-то не хватает, но я даже не представляю, чего. И даже в том же сезоне у нас тут ничего не сделано, потому что я не знаю, что сюда поставить. По кругу, да. По кругу, например, можно еще к нижней полке расставить. Да, допустим, вот это мы возьмем. Допустим, вот это мы возьмем. Спрус. Вот это еще возьмем. Это да, это можно расставить по кругу. Это что у нас? Ну, это такая же фигня, как то. Это что? Воу. Нет, это нам не нужно.
Это можно вещи, в смысле, складывать сюда что-то. А если вот так? Опа. Я не знаю, что это такое. Может, кто-то знает, но я в этом не разбираюсь. Там много чего и... Вот. А много чего, я даже не знаю, как это все. Опа, а может... Может, вот это. И знаете что? Рабочий стол где-то... Мы можем где-то рабочий стол себе сделать? Опа! А для чего у нас каморка? Опа! Ребята! Охренеть! Вот для чего нам каморка нужна. Вот это вообще, ну прям охренеть. Мне это нравится. Только я что... Вот что я выкинул. Вот. А это что? Это часы. Ага. А часы куда можно? В принципе, сюда можно. Смотрите. Да, прислушайтесь. Даже слышно, как они ходят. Класс. А, дальше. Да дальше, дальше, дальше. Опа, это что? Тут все нужно смотреть, потому что тут все классное. Только тут много всего, что я, в принципе, даже не понимаю, что это такое. Таблички вот эти все. А, что еще есть? О, может, вот это возьмем? А, что еще мы можем взять? А что это вообще вот это? Хрен его знает. И, допустим, ну давайте вот это. Ага, ну это понятно. Это... Хрен его знает, копилка, что ли? Тут тогда... Тут тогда, тогда, тогда. Ага. А почему не видно? Ага, во. Так, так и вот так, да? Это выбегаем с дома, быстренько хватаем броньку и идем рубаться с монстрами, да? Что еще мы можем сюда поскладывать? Вот так, для книжек тут у нас будет. Книжки тоже нужно брать, но просто, знаете, они не стакаются, и это очень хреново. Ой. Вот, это сюда. Нет, это сюда, это сюда. А что вот тут ставить, я не представляю. Ща посмотрим, ща посмотрим. Нам все это нужно разобрать. Только где-то в библию. В библиокрафте, точно. Вот это. Вот тут книжки можно ставить. Это реально, то есть долго ставить вот эти все книжки, потому что они не стакаются, и это очень долго вот так их выбирать, ставить, вот, вот так как-то, да? Но, в принципе, давайте еще немного возьмем. Как-то это сюда, вот так. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Почитать и все такое. Тут, в принципе, вот это можно тоже было сделать вот тут, да? Например, вот так. Тоже можно сделать, да? Потому что тут у нас рабочее место. Нет, я опять не то взял. Я опять не то взял. Нам нужно вот, вот такие. Я опять не то взял. Опа, опа. То есть вот такое рабочее место. А я еще что-то хотел сюда поставить, но я уже не помню. Ну, может даже ту же картину, например, взять, да? Вот. Вот так как-то. Ну, в принципе, пускай будет вот так. Фу. Коврик. Нам коврик нужен. 100% какой-то коврик нужен. Допустим. Допустим. Сейчас, ребята, это нужно просто смотреть, как это все делать. Сюда. Сюда. Тогда лучше вот так, да? И сейчас красный. Вот что не хватало. Коврика не хватало. Во! Совсем другое дело, мне так кажется. Фу, эта серия тоже затянется, потому что мы многое чего делаем. Вот так. Тут я не знаю, может... Ой, что я поставил? Вот так. Ну, первый этаж готов прям на все 1000000%.
Да, конечно, можно бы еще что-то было придумать, еще что-то поставить, но все же. А спальня у нас вообще классная получилась. То есть, если мы такую спальню сделаем у себя в одиночке, то это вообще охренеть будет. А если такой еще прям дом, то это тоже охренеть будет. Потому что дом реально классный. Так, ну вот тут я не знаю, тут, например, вот это можно поставить, чтобы тут светло было. А вот тут... Тут картину, а тут места не хватает, да? Сейчас, вот тут даже, я не знаю, нужно ли нам склад делать. В смысле, давайте вот тут поставим. Что у нас тут есть еще с рабочего места? Точнее, что мы можем сюда еще поставить? Вот это сейчас попробуем. Вот это я не знаю. Сейчас, ребята, мы еще разберемся, что тут. Это давайте попробуем. Скамейку нам, в принципе, тут нафиг не нужно. Опа, вот это можно попробовать, что это. И больше вроде ничего, да? Ну, стол давайте еще вот этот возьмем. И вот это возьмем. Ну, вроде пока что нормально. Так. Ух ты. Как это поставить, чтобы оно стояло как должно стоять? Не, это не очень. Вот это классное. То есть даже вот это... Да почему ты вот так стол как-то и вот это наверх? Во, класс. Хотя даже не вот тут, а даже вот тут где-то. А тут мы поставим вот это. И тут мы поставим, где находится наш кастом. Custom NPS, вот. А тут мы поставим вот так, допустим, как-то. Вот сюда. И вот сюда. И тут, в принципе, тоже такой большой даже диванчик. Да? Ну, в принципе, даже с этого можно сделать какой-то склад. То есть, как-то вот тут, чтобы был какой-то небольшой склад. Это можно открывать? Можно. Вот такой у нас склад будет. И тоже, в принципе, можно сказать, в какой-то степени рабочее место. Вот так склад у нас. То есть сюда ставить какие итемы, да, есть. Сюда. Вот тоже вот так. Я не знаю, будем ли мы тут коврик делать. В принципе, коврик тоже нужен. Только давайте тут, я не знаю, может... Синенький какой-то. Допустим, вот сюда. Сейчас это мы уберем. Вот. Вот так как-то. Ну, какой-то вот такой синенький. Чтобы, в принципе, долго не затягивать, потому что мы уже это долго все делаем. И как-то. Вот, на небо вышел, посмотрел. В ночное небо на звезды. Пришел, отдохнул, вот так. Знаете, что еще можно? Еще можно. Вот как-то, ну я не знаю. Вот так, чтобы не казалось как-то очень большое, знаете, вот это помещение, немного его уменьшить. Вот таким способом. Немного его уменьшить. Потому что очень кажется, знаете... Много места и что-то не хватает. Если вот так, то уже меньше места кажется. И это, в принципе, круто. Фу, ну вроде все. То есть больше я не знаю, что можно еще поставить. В принципе, мне кажется, даже вот так круто. Склад, посидеть, посмотреть, отдохнуть. И вот такой у нас, ребята, дом получился. Готовый дом, на его постройку за, в принципе... Ну, час, чтобы это все сделать. Если без этих модов, то вам хватит его, чтобы построить за минут 30-40. Но если с модами, то за час где-то. Ну, и если вы будете строить по этому туториалу, да, то, в принципе, даже может быстрее, потому что я это все выдумывал на ходу, что сюда ставить, строить. Вот даже вот это еще сюда, то есть в дартс поиграть. А там есть еще какие-то, сейчас я только посмотрю. Еще там что-то было, какое-то прикольное.
Давайте еще сейчас вот это посмотрим. И вот давайте еще вот это возьмем, и вот это возьмем. И я еще имею одну идейку. Сейчас мы посмотрим снаружи. Это что? Ага, это фонтан. То есть что-то вроде фонтана. В принципе, тоже можно как-то вот так, знаете, раскидать хаосно. Мне кажется, даже прикольно получится. Вот так куда-то. То есть, ой. Только, да твою ж... Только, знаете, вот этот мод... Смотрите, вот. Это нужно ломать еще столько. Хаосно как-то, знаете, вот так раскидать, чтобы прикольно смотрелось. Вот сюда, допустим, куда-то вот сюда. Сюда, сюда, сюда. Ну, в принципе, что-то в этом роде, то есть по приколу вот так. Сейчас мы спускаемся. Я не знаю. Сейчас, смотрите, ребята. Дайте я вот это построю без съемки, потому что это много времени займет. Так, ща. Ну что, вот я и закончил. В принципе, я долго строил, но смотрите, ребята. Тут у нас, ну, такой дворик, то есть покататься, попрыгать, покачаться. Можно даже скупнуться, если что, вот видите, то есть аквапарк. Давайте даже опробуем. Опа. Класс, ребята, советую. Собачка у нас тут живет. В принципе, можно потом даже... Ну, в принципе, можно заспавнить, но давайте потом. Или, в принципе, кто хочет, то заспавнить. И тут, если сюда идем, то такой лесочек, в смысле парк. Посидеть, поговорить. И тут у нас пикничок, ребята. Заходим и кушаем. Там даже где-то вот этот был, как его? Campfire или как он? Да. То есть пикничок, допустим, куда-то вот сюда поставить, да? И жарить себе там что-то. Но давайте сначала это, в принципе, уберем шейдерами. Ну, ладно, пускай. На этом, ребят, заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилась постройка этого дома, потому что дом, в принципе, получился классный. Тут еще, видите, мейлбокс у нас стоит. Дом у нас получился классный. Кому нравится, ребята, ставьте лайки. Потому что я действительно очень старался и строил больше даже, чем один час. То есть даже полтора часа я где-то его строил. Около двух. Но я надеюсь, что вам понравился этот дом. Потому что этот дом с нашего пятого сезона мода с модом Pixelmon. И многие, кто просил его построить. Поэтому вот я вам построю. Кто имеет желание, можете строить у себя где-то в одиночке или еще где-то на серверах. Но на этом, ребята, заканчиваем. Если вы хотите больше построек, многие мне говорят, что я круто строю, и многие говорят, чтобы я больше строил. Поэтому, кто хочет больше построек или еще чего-то, ставьте лайки, пишите в комментариях, чтобы я больше строил. На этом заканчиваем. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.